Что касается продуктов питания, то что касается медикаментов, у нас открыты практически все супермаркеты, у нас открыты аптеки, у нас можно купить и промтовары, и товары первой необходимости. Знаете, были бы деньги, к сожалению, ситуация какая? Когда не работает производство, когда не работает экономика, людям очень тяжело. Им нужно брать где-то деньги, чтобы покупать те или другие товары. Поэтому мы раздаем гуманитарную помощь. Мы все понимаем, но идет война. И мы должны понимать, что мы сегодня все работаем на результат, на нашу победу. Где-то нужно перетерпеть, где-то нужно ужаться. Но сегодня такая ситуация, вся страна работает на нашу победу.